17-й год, 15 июля. Встречаем наших молодых Альбину и Михаила. Вы по... так, как это было? Вышли из комнаты в комнату, и тут из комнаты выходит Михаил в кофте. Я буду тысячу раз говорить: аплодисменты, аплодисменты. Поэтому сегодня мне на вечер нужны помощники. Так сказать, шлёп-мен вечера или хлоп-мастер, назовите как хотите. Человек, который будет отвечать за аплодисменты. Здравствуй, дорогой друг. Ты сейчас сидишь перед монитором, смотришь это видео. Меня зовут Панкратов Руслан, и я ведущий на этом вечере. Тянем сильно! Альбина, бросай! Из... Ну что же, что... на старт! Внимание, пуск! Нет, он выбил!